воскресенье в Самарской области облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, также жарко. Температура воздуха днем 32-34, ночью 24-26 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем плюс 32, ночью 23 выше 0. Восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, температура воздуха днем плюс 32, ночью плюс 26, юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 32, ночью плюс 26, юго-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.